Саша, глупенько, друзья. Они все слушают. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Бигуди, зачем мне крутить бигуди? У меня сами по себе волосы, они вот такие вот, кудрявые, то есть от природы. Я в детстве был очень маленький кудрявый мальчик всегда. Вот я, у меня в детстве всю жизнь, вот у меня кудри были очень роскошные. Бабушка всегда говорит... Моцарт, Вивальди. Какой кудрявый был. А когда меня подстригали, бабушка говорила, все кудри обрезали, вот подонки, блядь, все кудри обрезали, вот так вот. Британские, что там, ой, блядь, да ёб твою мать, ну, что ж вы мне подставляете-то тут? Сейчас прочитаю ваше сообщение. Так, would you like the lighter oil? Масло какое-то для зажигалок. Ну давайте масло для зажигалок. Так. Продолжаем. Американского видеоблогера, который тоже типа снимал про ретро-игры, там про все дела. А потом бракоразводный процесс, жена там все отсудила, там полный пиздец, и в итоге он закрыл канал, ничего снимать перестал, все. И все кануло к лету. Что-то подобное, по-моему. Приятно прохождение, приятного Олег. Приятного прохождения, Олег. С такими туигливыми усиками вторую половинку пока не нашел. Хотелось бы увидеть твой совместный стрим с любимой девушкой. Но не с Саньком. Спасибо. Обязательно, обязательно какую-нибудь даму рано или поздно найдем и будет. Будут вам стримы, так сказать, с этими, с дамой сердца. Это ж надо найти какую-нибудь такую гиковскую девочку, которая там в теме, которая шарит там за игры, за все дела, там за фильмы. Говорит, что ты говоришь? Он говорит, разве ты не видишь, тут все дохнут, дура ебаная. Полная жопа творится. Она говорит, действительно? Ну ладно. Так, что у нас? Ох ты ж, зажигалка Zippo. Самая лучшая в мире зажигалка на свете. Вообще, лучшее, что придумал, блядь, человечество со времен, блядь, не знаю, зажигалок. Что может быть лучше, чем зажигалка Zippo? Zippo это настолько прекрасно, насколько... Так, вот это можно комбинировать вот с этим. Все, раз, и Zippo рабочая. Короче, я в детстве, вернее, в юношестве, когда курил папиросы, Zippo была моя самая любимая зажигалка. Но бензин мне было вот этот в бутылочках фирменный покупать дорого. И я просто тупо взял, короче, нахуярил, блядь, обычного 85-го или 76-го бензина машинного. Спасибо, братан. Спасибо. Вот, ну и нахерачил в эту Zippo просто обычного автомобильного бензина. Ох же, коптила она у меня, чертовка. Но горела, вот такое пламя. Коптит так, что ё-моё. Как-то прикурить какая-то дама просит, говорит, молодой человек, можешь приглядеть свою эту Zippo, бля, у меня вся сигарета черная, пиздец, нахер. Ну, это было достаточно забавно, ходить с этой Zippo, которую раз закуриваешь, и вся папироса черная, руки черные, а то и рожа будет черная от копоти от этой Zippo, но зато как круто было, а запах какой, карман был от джинс полностью провонен бензином. Но это великолепная зажигалка. Поистине великолепная зажигалка.
Вот. Мне она очень нравится. Диагональ какая-то огромная. Либо как раз-таки вот эти ультравайт мониторы, которые нафиг не нужны. Нафиг это надо? Привет, Олег. Счастья тебе, здоровья, денег побольше. Хорошую женщину, а лучше мужчину с огромным членом. Ёб чтобы твою он тебе мать, расширил вот это очко, да. И ты никогда больше не страдал за пармаи. Начиналось все за здравие, но кончилось, блин, охренеть. Просто есть, сука. Ну ладно. Благодарствую за донат. Общение, конечно, у вас. Ну, вашу мать. Да. Это прям хорошо, я вам скажу. Блять, эта игра чем-то вот локациями напоминает именно один в один второй Half-Life. То есть вот окружение тоже похоже. Помните, в Half-Life там тоже такое типа постсоветское окружение. И вот что такое инновационное, какие-то заборы такие технологичные, вот типа этих среди домов. Забавно, слушайте, это прям забавно. Я тоже интроверт. Дам совет. Олег, найди себе человека для отношений, с которым и молчать приятно. Например, мускулистого черного негра с большим членом и симпатичной жабой. Сука, блин. Страшно. Это просто нахрен страшно. Да. Хорошо. Спасибо за донатики. Ни хрена. Не работает. Ты мой любимый блогер. Без тебя YouTube можно закрывать. Купи бутылку водки. Пригласи к себе домой бабенку для стрима. Разожги шашлыки. Прям в комнате и будет все хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Я рад, что нравится. Короче, код ни один не подходит. Код генерируется случайно. Ну, значит, случайно. Ну, по-любому там... Короче, ладно, действительно, наверное, код генерируется случайно, поэтому его нигде и не пишут, потому что смысла нету писать, мне ничего не подходит. Ладно, будем искать код в ПК. Черт с ним, так скажем. С днем рождения. Чтоб PlayStation 5 стоял и игры были. Да, вот это правильно, Замба, спасибо. Вообще, по поводу плазмы, знаете, на самом деле история интересная настолько, что уже столько человек купило плазму себе после моих роликов, рассказов и так далее, что я уже сбился со счета. То есть, на самом деле, в ВК мне постоянно вот пишет кто-то, там либо советуется со мной, какую там лучше купить, ну, допустим, нашли там в своем объявлении, в городе какую-то модель и говорят, вот нормально, нет, там стоит, не стоит. И просто там и на почту, и в личку, и очень много людей, и очень много их купило. Причем и в Германии, и в Канаде, и в Соединенных Штатах покупают, и в России покупают, везде просто. То есть очень много, и реально там вот люди покупают хорошие модели, которые я советую, там Панасоники, пионеры, и просто наслаждаются картинкой, насколько она охуенная, четкая и качественная. То есть, там... Я в достатке, я бы... Ох, чего тут наворотил бы. Так. Would you take the lock pick? Отмычку. Ну, давай возьмем отмычку. Я, правда, не знаю, на черт нам нужна эта отмычка, и где мы ее будем использовать. Так, ну тут очень замечательное место. Тут место Ребекки Чемберс. А Ребекка Чемберс — это замечательная женщина. Насколько мы ее помним. Вот она фотография. Какая фотокарточка. За душу берет. Какая фотокарточка. И знаете, что было бы прикольно? Вот я бы, если бы создавал игру, вот Джилл вот такая... Когда уже отдаляется от этой картинки, и она вот просто так берет и честь отдает. Просто вот отдаляется план, а Джилл стоит и просто честь отдает, блять. Мое почтение было бы. Это было бы круто. Ну ладно.
Так, ну и в итоге-то что мы, блядь, нашли? Мы ж ни хрена не нашли, кроме этой отмычки в этом в офисе Старса, блин. Сейчас у нас бабахнется что-то. Так, интересно, нам, как нам сделать так, чтобы вот эта штука упала-то? Давайте-ка убежим, попробуем убежать. Блять, тут питания нету. Да иди ты нахуй. Козлы сраные мне. Аккумулятор здесь нужен. А, режиссер. Ну и что снял режиссер? Какой фильм-то? Я, может, фильмы-то смотрел, я просто русские режиссеры, я там несколько имен только знаю, я особо не интересуюсь. Вы напишите, что снял. Ух, ёлки, шмалки. Юджин опять донатит шестерочки. С днем рождения любимого блогера. Олег, спасибо. Желаю тебе долгих лет жизни. Здоровье найти стройную, красивую мормышечку 47 килограммов, которая себе. Так же, как и ты, всей душой будет любить видеоигры, технику и плазмы. Спасибо большое, спасибо, Юджин, благодарствую. Приятно тебе проснуться. Да, это я, Олег, с юбилея тебя. Смотрите мои нарезки с Олегом и подписывайтесь. P.S. Санек. Алижаня и... Хорошо. Всех благ, спасибо большое, я поиграл. Спасибо, благодарствую. Нарезки у тебя порой выходят неплохие вполне. Бывает. Про алфавит особенно хороший. Или про это. Хорошая нарезка, знаете. Где я там плазму вешал на стенку. Я так поворачиваюсь, и такая музыка многозначительная такая. Ту-ду-ду! И вот это гениально, я считаю. И Олег, игра в целом старый, добрый, серьезный. Да, так и есть. У меня вопрос. Смотри, может, тебя или в детстве, или позже когда-то обидели, унизили, и у тебя появился комплекс по поводу интроверта? На самом деле общаться, знакомиться — это круто, Олег, не переживай. Я, Роман, не переживаю, у меня есть разные люди, Роман. Есть те, кому это нравится, интересно, есть люди, которые хорошо себя чувствуют в умной большой компании, которые прекрасно себя чувствуют в людных каких-то местах, типа клубы, там вечеринки, тусовки и прочее, все вот это. Я считаю, что есть разные люди, вот пока по состоянию души. Я всю жизнь, вот с детства меня никто не обижал, ничего подобного не было. Вот я с детства очень тихий ребенок, то есть вот мы жили с мамой в общежитии, и меня соседи никогда не жаловались, потому что я сам с собой играл всегда в свои игрушечки-машинки. Сижу там себе в комнате и тихонько играю. Мне не надо было там какую-то дополнительную компанию. И вот все говорили, вот Олег там сидит у себя в комнате, там часами не вылазит. И в игрушки свои играет, и ему хорошо. И так оно и было, и вот я всю жизнь такой человек. То есть мне с детства удобно быть одному и комфортно, и в принципе. Мне вот, допустим, с Саньком комфортно, то есть он, мы с ним достаточно хорошо фильмы там смотрим, вот такой. И как вот, а вот именно уже там 3-4 человека компания мне уже не очень. Я люблю спокойствие. Всем до свидания. Всем до скорых встреч и удачи. Так, иди нахер. Эй, а что так, блин, до хрена это?